Sveiki visi atvykę į pirmąjį kartą Lietuvoje rengiamą atranką koncertą į tarptautinį konkursą Vitebske Slavenski Bazar 2020. Jūsų aplodismentą mylėti. Daina sujungia širdis, daina sujungia tautas ir kultūras. Daina pati geriausia kalba, kurią supranta kiekvienas. Песня объединяет всех народов, культуру. Песня – это самое важное в жизни для нашей души. Сегодня в Клайпеде первый раз начинается отборочный концерт на уникальный фестиваль «Славянский базар 2020 в Витебске». Аплодисменты все. Visiems scenoje. Tad visų pirma, aš norėčiau, kad mes dar kartą paplotumėm visiems jiems, nepaisant to, pasisekėjom šiandieną, ar nepasisekė. Ačiū Jums. Iš tikrųjų, daug talentingų žmonių turime Lietuvoje. Dėka jie užaugo, kažkaip tai kažkur visi dingsta, bet aš manau, kaip ten bebūtų, ar jie pasirinks muzikanto kelią. Здравствуйте, дорогие друзья! Можно поаплодировать? Самые талантливые ребята, вы просто замечательные, вы молодцы, вы гениальные. Пускай у вас все только начинается, потому что сегодня вы всему зрительному залу и нам подарили большой-большой праздник. Вы приблизили уже начало 29-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. От нас, от белорусов, спасибо. Большое вам спасибо! Хочется сказать за это действие огромное спасибо и самоуправлению, и консульству белорусскому, и, конечно, той Примадонне, которая дружба и привела вот к этому замечательному мероприятию «Берут и Петрикиды», потому что именно, можно ей тоже поаплодировать, дружба – это то, что нас ведет вперед. Когда-то «Славянский базар» задумывался как проект трех братских славянских народов – Беларуси, России, Украины. И уже на протяжении 29 лет к нам приезжает на Славянский базар более 80 стран мира. Каждый год это новое открытие. И каждый год мы с большим трепетом относимся к двум конкурсам, детскому и взрослому конкурсу. Литва в этом году и действительно поступила как настоящий наш друг. Вы первые, кто провели первый в Литве национальный отбор на Славянский базар в Витебске. Большое вам за это спасибо.